Сегодня я предлагаю вам приготовить на завтрак яйца. Вы скажете, это скучно, однообразно, глазунья или омлет. А мы постараемся приготовить что-нибудь более оригинальное. Это понравится и вам, и вашим детям. Нам понадобятся яйца и красный перец. Перец нарежем колечками. Очистим серединку. Вам понадобится столько колечек, сколько яиц вы будете готовить. 2 или 3. В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем перец. В серединку выливаем яйца. Теперь нужно посолить. Еще минута, и блюдо будет готово. Посыпаем зеленым лучком или другой зеленью, которую вы любите, и подаем к столу. Если вы хотите более диетический вариант, можно это запечь в духовке. Это тоже будет очень вкусно. Приятного вам аппетита!